Начну с того, что я вам обнародую мое депутатское обращение к президенту Украины. С этого начнем, а потом, может быть, развернем этот вопрос. Уважаемый Виктор Федорович, я решил обратиться после вашего выступления в городе Ровно, Киеве, где вы строго предупредили всех по поводу невмешательства чиновников всех рангов в выборный процесс. Довожу до вашего сведения, что в Запорожской области практически все, от губернатора до главы администрации самого маленького района, баллотируются кандидатами в депутаты местных советов и на пост городских голов. При этом под ружье поставлены все подчиненные, руководители учреждений образования и здравоохранения. Путем шантажа и угроз увольнения им было запрещено баллотироваться от других политических сил, кроме партии регионов. То же самое касается и участия в работе избирательных комиссий. Перед вторым туром голосования коммунисты открыто и официально поддержали вашу кандидатуру на пост президента. Мы вошли в коалицию, а затем большинство Верховной Рады, надеясь на плодотворное сотрудничество ради улучшения жизни народа Украины. Однако в нашем регионе отношения между нашими политическими силами никак не назовешь партнерскими. Обладая большинством, подавляющим, в избирательных комиссиях, дело идет по подтасовке и фальсификации итогов выборов. Прошу поручить разобраться в сложившейся ситуации и о результате проинформировать меня как народного депутата. Надеюсь на понимание с вашей стороны. И по скриптум я добавил. Если это обращение не попадет вам непосредственно, я найду возможность вручить его вам лично.